позволите? Вы наверх? Да, заходите. Какой вам этаж? Полагаю, мы отправимся в одно и то же место. Догадались, где вы? Говорят, подражание – это самая искренняя форма лести. Но я нахожу отвратительным, когда мне приписывают работу, которую я не делал. Пила убивает устройством маятником. Особенно работу дилетанта. Как и вы, я знаю, что такое потерять семью. Я знаю, что такое не защитить тех, кого любишь. Это чувство беспомощности. Я не стал бы этого делать. Это курок. Что вы видите? Месть может изменить человека, превратить в того, кем вы быть не можете. Но в отличие от вас, я никого не убивал. Я давал людям шанс. Какой же это шанс? Увидите. Игра продолжается. Игра с вами? Вы знаете меня? О, да. Знаю. Я следил за вами, как вы следили за мной. Я вас знаю. Я знаю о вашей сестре. Я знаю, как вы ее любили. Кроме нее у вас никого не было. Пустите меня! Вы сидите в баре до закрытия, напиваете, чтобы можно было уснуть, бредете, шатаясь к своей машине, а на следующий день все начинается по новой. Потом я узнал, чем вы занимаетесь на досуге. Угу. Верша правосудия, вы не даете жертве осознать ценность жизни в последний момент. Между прочим, металл на маятнике плохого качества. Хотите, чтобы лезвие было острым? Используйте закаленную сталь. Она лучше для длительного использования. Вы же не бросите это занятие, детектив? 20 лет я детектив. Достаточно для вас. Стало быть, у нас обоих есть статистические данные о рецидивистах. 67% преступников снова попадают в тюрьму в течение 3 лет. Что вам нужно от меня? Разделавшись с Сетом, вы оказали услугу обществу. Она была моей сестрой. Он не заслуживал шанса, он зверь! Каждый заслуживает шанса! Ты не видел крови? Не видел, что этот урод сделал с ней? Нет ничего отвратительнее убийства! Для меня. Знаешь, а ведь есть
более эффективный способ. Видишь это? Гляди! Что видишь? Что тебе нужно? Я хочу знать, есть ли в тебе жажда жизни. Более эффективном методе. Если объект выживет в моем испытании, он или она станет другим человеком. Хочешь получить шанс? Тебе нужен шанс? Я дам тебе шанс. Меня вы называете пилой. Твой долг меня арестовать. Прости, но я знаю, кто ты. И знаю, что ты сделал. Так ты меня шантажируешь? Нет, нет. Это искупление. Я даю тебе выбор. Только и всего. Если арестуешь меня, твоя жизнь будет закончена, и ты это знаешь. Или можешь пройти курс реабилитации, после которого сможешь спать по ночам. Тебя. Да какой ты убийца? Ты на это не пойдешь. Материалы на тебя находятся там, где им следует быть, и они всплывут в случае моего исчезновения. Тебе ведь никто не поверит. Может, ты хочешь рискнуть? Разрушить свою жизнь, чтобы защитить порочную юридическую систему, из-за которой убийца оказывается на улицах? Что бы чувствовала твоя сестра? Ты на распутье, детектив. Решайся.